Я Ольга Рукосуева, живу в Иркутской области, поселка Чумский. В своей школе народных ремесел учу детей росписью и резьбой по дереву, а также живописи и рисунку. Художественного образования у меня нет, я самоучка. В 2010 году закончила педагогический университет на факультете дополнительного образования декоративно-прикладного творчества. Много лет я занималась росписью по дереву. В 2020 году с пандемией у меня появилась возможность выучиться онлайн в Петербургской школе живописи маслом. Моими наставниками были профессиональные художники Георгий Харченко, Надежда Ильина, Кристина Горбунова, Юлия Капустина. Люблю пейзажи, в основном летние. Мне нравятся красоты леса, сочно-зеленые травы, яркие цветы, поля и луга, озера, пушистые облака на небе, зеркальная вода и всю красоту природы, окружающей вокруг меня, я переношу на холст. Вашему вниманию представляю картину «Утро над рекой». Спасибо за внимание. Всем творческих успехов!